Привет, друзья. Вот получил вентилятор тут вытяжной с Banggood. Значит, у нас сколько он? 220 вольт питания у нас на 25 ватт. Диаметр 100 миллиметров круглого корпуса. 2800 оборотов в минуту. Вытяжка. Ну, а сейчас посмотрим, как он у нас тут работает. Вот тут оборудовано у нас клапаны. Или как шиберки получается. Вот эти вот. Они при работе обратный, как обратный клапан, грубо говоря, работает. Сейчас мы включим, поглядим. Вот он крутился. И шибера вот эти вот заслонки открываются. Ну, мне он в моем случае не нужен будет, как я буду применять на вытяжке, потому что она будет стоять у нас вот так вот. И он под тяжестью будет закрываться. А мы просто ее демонтируем и вставим в старую вытяжку. Проблема в том, что сдачи вытяжку надо починить. Там рассохлась, грубо говоря, крыльчатка, ну, вентилятор сам. Потому что под печкой газовой стоит. Со временем пластик рассохся и просто, грубо говоря, развалилась. Вот взял я с металлическими вентилятор с лопастями. Сам из металла, никакой пластмассы практически. Чтобы мне это дело дольше работало. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вот оно. Ну, вот эти шиберки мы демонтируем. Так, ну вот я снял крыльчатку. То есть этот шибер. Вот наша крыльчатка металлическая, корпус металл. Ну, вентилятор данный можно вытяжной применить. Конечно, там на кухню вытяжку, санузел, ванну, где-то там при пайке вытягивать дым канифольный или в мастерскую какую-то. В общем, обычный вытяжной вентилятор неплохой. Решеточка есть. Сейчас мы его будем пытаться монтировать с нашу старую эту вытяжку кухонную. Ну, вот она у нас представляет зонт. Значит, вот такая у нее, как говорится, начинка. Здесь у нас стоит, или стоял вентилятор старый, который рассохся, грубо говоря, развалился. А мы его сейчас примерим сюда. Так, как бы поставить вот так. Для начала просто примериваем, как он тут станет. Диаметр, конечно, тут немножко меньше, чем был у нас. По мощности тут больше. Просто большой сильно не поставишь, потому что там идет на конус у нас. Дальше раструб на конус. Для этого нам нужно просто сделать вот эти отверстия, перекрытием. То есть это мы сейчас сделаем, значит, переходочку с пенопласта просто-напросто. Она нам и звук уменьшит, хотя этот вентилятор не сильно шумит. Ну, чтобы этот по металлу не передавалось. Тут раструб, как будто колокол. Ну, сейчас сделаем переходку. Так, ну вот вырезали с пенопласта на колечко. То, что он мягкий, его легко обрабатывать. И он будет, как говорится, звук немножко нам сбивать. Я закрепил вентилятор вот сюда на винты, притоплено. А сам пенопласт уже пойдет кольцо монтироваться вот на место. Вентилятор сам не будет металлический, ну, касаться корпуса, а через как прокладку, переходочку. Сейчас прикручу, будем испытывать. Так, ну вот испытываем. Паяльник взял, канифолью, как тянет. Ну, неплохая тяга. Все вытягивается, все, шума. Ну, меньше. Ну вот, починили вытяжку старую. Делов-то. Вентилятор подогнать вытяжной. И главное, что на металле лопасть еще проработает, я думаю, долго. Так. Ну вот она. Дым прет. Все работает. Ну все, ребята, всем счастливо. До встречи на канале. Всем удачи. Пока.